Всем здравствуйте, дорогие друзья. И у меня есть плохая новость. Эх, вы уже видите, наверное, то, что все комнаты в конденсате. И залёпано, заклеено скотчем вот тут. Короче, образовалась дырка. Они, муравьи, начали отсюда выползать из формикария. И, короче, все отсюда, почти все выползли. Я приезжаю, почти ни одного нет. Ну, слава богу, коконы вот в этой комнате, ну, их не видно. Ну, и немного муравьев. Вот раз там, вон где-то, вон два. Вот там 3-4. Ну, сколько-то муравьев есть. Вместе с этим случилась еще одна плохая новость. В общем, я, когда уезжаю на выходные, я, бывает, переживаю, что влага, ну, точнее, то, что они от влаги, то, что влаги не будет, и они умрут из-за засухи. Ну, я поставила один раз поилку. Не знаю как, но вся вода вытекла и почти все затопило. Ни один муравей, конечно, не пострадал, это слава богу. Но вся арена была почти в воде, весь песок мокрый. И поэтому все комнаты в конденсате. Еще хотелось в этом ролике показать вам еще одних моих питомцев. Это колония мокриц. Сейчас я ее раскрою. Вот этот террариум я сейчас открою и к вам вернусь. Вот я, собственно, и вернулся. И вот их террариум. Террариум. В общем, вот первая мокрица. Это самый большой экземпляр. То есть вот. Здоровая такая. Вот. Вот, ползает. Непримечательно. Их тут много. Где-то еще были. Сейчас поищем. Ну, по-видимому, больше нету. А, нет, вот еще маленькая. Ее видно. Вот еще одна. То есть их тут очень много. Просто все прячутся. Так. Вот эта мокрица. Ничего пока не видно. Может быть, под этим? Нет. Мокриц тут довольно много. Вот в таком пластиковом контейнере они у меня живут. Тут есть вентиляция. Живут они под большой влагой. Ну и я их вообще не кормлю. Едят они все это в субстрате. То есть это как... Не знаю. Как бы я их не кормлю, совершенно не кормлю. То есть ни разу. Нет, я один раз их подкармливала огурцом. Да, они это едят. Но больше я ничем не кормила. Извините за, кстати, такой долгий перерыв. Двухнедельный. Извините, что так долго не было роликов. По техническим причинам. Следующее видео будет, скорее всего, про то, как я кормлю все свое хозяйство. Наверное, вы ждете видео про хозяйство. А то давно я про цыплят и про гусят не снимал. Возможно, будут когда-нибудь в будущем, в очень далеком, будут стримы на моем канале.
Вот накрыться. Ладно, пока что мы их закроем. Ну и еще хотел кого показать. Поймал. Хотел муравьям скормить. Но в будущем отпущу. Потому что не едят они его. В общем, сейчас покажу. Сейчас открою и вернусь. А тут живут маленькие каремболы. Их тут почти не видно. Попытаюсь вам сейчас одну показать. Она вот тут ползет. Сейчас попытаюсь. Они очень мелкие. Так, где она? А, вон одна. Не видно, в общем. Пытаюсь найти. Нет, тут... А, нет. Сейчас покажу. Вот, видите, видите, да? По-моему, это каремболы. Пишите в комментариях. Ну, возможно, я с каремболами еще кого-то поймал. Но каремболы там точно были. 100%. Вот это букашка. Ну и на этом, в принципе, все. Сейчас я его закрою. Раньше тут жил сверчок. Я думаю, такой. Сказал сверчка скормить муравьям. А забыл то, что я его уже выпустил. То есть не едят они. Так что сверчок тоже не пострадал. Всем спасибо за просмотр этого видео. Извините за поломку. Я даже не знаю, как это случилось. Туда вроде попала земля. В эту щелку. И вот между ареной и самим формикарием, системой ходов, вот то, там было разъединение было. И там, где вход, была очень мелкая щель. И они в нее проползали. Ой. Сейчас. Вот. Может быть, вы заметили, у них там парень муха бегает. Она уже 3 дня, наверное. Я когда он затопился, там тут все было в конденсате. Я решила открыть дверцу. И туда залетела эта муха. Ну, открыть крышку, вот так открыл. И туда она залетела. Не знаю, зачем она. Может быть, они ее съедят в будущем. Не знаю, но она и не улетает. Пусть пока будет. Вот теперь точно всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.